Ну, есть мнение, что Виктор Робертович, возможно, занялся бы тем, как, что носит название его группы. Собственно, кино, не исключен такой вариант, у него были определенные к этому интересы. Молчание – серебро, а Павел Перец – золото, как гласит древняя, собственно, русская поговорка. Ну и, в общем-то, не все то золото, что блестит, а все говно, что воняет, которое сейчас в золотом обличии в кадре и будет вонять ближайшие, собственно, ну, наверное, где-то час. Потому что вот там у нас Невский проспект, здесь у нас станция метро Маяковская, мы с вами разворачиваемся и идем вот сюда. Здесь, на этом месте, когда-то стояла церковь Святой Троицы, которая была построена, естественно, в знаменование спасения царской семьи в Борках. И при ней существовал еще... Давай перейдем на самую улицу. При ней существовал специальный зал для собрания общества распространения религиозно-нравственного просвещения. Я про него сейчас еще пару слов скажу. Но интересно, что потом церковь, естественно, снесли. Причем уникальный момент заключается в том, что она простояла, собственно, как и Спас на Сенной, собственно, как и церковь греческая, где сейчас БКЗ Октябрьский. Она простояла аж до 1966 года и была снесена варварским образом тогда. Затем здесь была построена у нас баня. Баня на месте церкви, что может быть более логичного. И потом и баню снесли, и построили вот это вот хер пойми что, какой-то там бизнес-центр и так далее. Мы идем с вами по Стремянной улице, и нам интересен дом, который находится с правой стороны, такой немного со средневековым флером. И он уникален двумя вещами. Ну, во-первых, там всю советскую прекрасную действительность сохранялась надпись, сделанная в мастерской Фролова. Я про него уже рассказывал неоднократно. Это человек, который, собственно, у нас и мозаики для Спаса на Сенной делал, и для московской станции метро Новокузнецкая. Я и в Петербурге о нем рассказывал, и в Москве, и так далее. И вот если мы туда посмотрим, мы увидим, что Троицкая школа и книжный склад общества распространения религиозно-нравственного просвещения. Значит, это общество было основано сразу после убийство Александра II. Логично предполагалось, что нужно распространять религиозно-нравственное просвещение, чтобы противодействовать нигилизму проклятому. Злостная ирония судьбы заключается в том, что председатель этого общества, он был настоятелем Казанского собора, философ Арнацкий, это имя такое, философ Арнацкий, он был расстрелян в 1918 году вместе со своими двумя сыновьями. То есть они пытались распространять это религиозно-нравственное просвещение, но большого успеха не достигли, потому что в 1917 году все это религиозно-нравственное просвещение пошло псу под хвост. Ну и, в общем-то, что началось дальше, мы с вами прекрасно знаем. Я специально потихонечку опутываю своими проходами весь Петербург, потому что вот с этой, с левой стороны мы гуляли с вами, и мы здесь рассматривали дом замечательный, построенный по проекту архитектора Бубыря, архитектора Васильева. Именно Васильев сделал эти безумно интересные фасады, он такой серенький. Вот там вот он у нас выступает. Мы сейчас к нему подходить не будем, потому что я, ну, кому интересно, посмотрите мою экскурсию про Достоевского. А мы с вами ныряем вот сюда неожиданным образом. Сегодня я буду подсматривать свою собственную шпаргалку в путеводитель по Невскому проспекту. Вот. Мы находимся с вами в двух шагах от Невского. Я хочу обратить ваше внимание. Идет реконструкция крыши. В прошлом выпуске я показывал, да, то есть все крыши у нас деревянные. Вот прекрасные полукруглый такой закуток счастья, там окна смотрят прямо в стену. Ну, люди здесь, в принципе, я думаю, не обламываются особо, потому что это не просто центр, это центральный центр. Довольно зелено, деревья растут. Очередная наша прекрасная междумовая щель, да. Салон «Рис красоты». А рядом, наверное, должна быть
фабрика красоты, греча красоты. Пойдемте, пошли шутки за 300, да, от Павла Перца. Но я предупреждал, что не все то золото, что блестит, да? Елочка растет. Вот это уникальный момент, потому что это, хотя это не елочка, по-моему, это или это нет, это елочка. Это елочка, прям живая елочка в центре. Это говорит про экологию, более-менее, значит, хорошую. А здесь, если мы посмотрим, мы первое, что нам бросается, фото, тра-ля-ля, но меньше всего нам бросается вот эта деталь. Я постоянно указываю, да, петля. Здесь когда-то был сарай у нас, конюшенный. Смотри, портрет красками с кисками. Надо как-то не докреативили, чуваки. Ну, как так можно? Хочется пойти в эту арку, но нет. Один из моих любимых проходов, я даже сказал, пролазов. Вот сюда. Вот она, прекрасная атмосфера. Большой двор-колодец. Вот здесь вот красивое окно у нас находится с разбитыми стеклами. Вот здесь у нас располагается, я не знаю, может, до сих пор располагается хостел. Причем это все естественно, как мы уже с вами знаем, находится на территории бывших конюшенных сараев. Окна вот эти вот, которые очень любили в советское время. Обратите внимание вот там на структуру. Не знаю, с GoPro будет видно, нет. Идем сюда. И вот как меняется атмосфера, да, вот сейчас. Вот, в принципе, можно особо и не писать комментарии, можно просто вот это скринить и располагать, да. Павел, тут не хватает только Павел Перец. Да, Павел Перец, бесишь. Немножечко не дописали. Все тихо, спокойно. И сейчас мы выходим с вами в самую вообще гущу Невского проспекта. Я прошу прощения, я иногда буду делать вот так, чуть-чуть мне нехорошо. Ну, бывает. Чё? В Питере что делать? Лечить здоровье. Мы вышли с вами на Невский проспект, мы окажемся с вами вот там еще. Потому что я прошу обратить ваше внимание, ну, у меня на самом деле действительно про каждый дом написан мой путеводитель. И есть и про это здание, но для меня оно интересно тем, что я там вписывался, когда мне было лет 17, ну, вот вписки традиционные у одного панка по имени Миша. И там была такая комната, как, я не знаю, как сейчас две квартиры. Потом это все дело выкупила замечательная компания в кавычках ЛЭК, переименовавшаяся в L1, знаменитая тем, что прокинула, наверное, не одну тысячу своих дольщиков, потому что там у нас два собственника поссорились, и один сказал другому: я тебя утоплю. Ну и, собственно, утопил. А сейчас я попробую вам показать вещь. Я тут даже подготовился, взял такую штуку. Я тут делал проект для лактоцентра, и мне Газпром с барского плеча подогнал Fan ID. И, собственно, с этим фаном ID я выгляжу как типичный турист, который приехал на чемпионат. И мы можем легко с вами зайти сейчас в отель. Он реставрированный, перереставрированный на самом деле. Один из самых прекрасных здесь, кто только не останавливался. Сюда мы сейчас с вами зайдем. Здравствуйте. Надо температуру мерить. А, температура? Температура там мерится. Да. А, досмотр. А мы хотели так прямо одним ходом показать, как ваш отель прекрасный выглядит. Ну, извините, мы что? Нет, все нормально. Вы все правильно делаете, вы выполняете свою работу. Вы молодец. Никаких? Не нашли. Собственно, задача на самом деле продемонстрировать, что в Петербурге помимо проходных дворов, проходных
не хочет меня осознавать. 35,9, боже. Божечки, кошечки. Так вот, в Питере, помимо проходных там дворов, парадных и прочее, есть проходные отели. Вот мы сейчас как раз через один из них пройдем. Я тут последний раз вел группу, меня спросили, вы на заселение? Я сказал, конечно. Ну, на самом деле, собственно, я рекламирую место, что, по идее, должны только мне спасибо за это сказать. Вот это я могу теперь снять. Да, подарили мне билеты, хотя я не просил об этом с барского плеча. Я говорю, ну, билет, точнее, говорю, ну, дайте еще один, мне подогнали еще один билет. Я его подарил своему коллеге Серегу Ераляну, которым мы все время в футбол играем. И вот прикиньте, человек поехал. Последний день мы это, естественно, все делали. Он сделал тоже такой ID, забрал билеты, и ему пришел положительный тест на ковид. Я ему звоню, ну что, как, что? Он говорит, блин, перец, я не поеду. И самое главное, что эту штуку никому не передашь. Куда пошли? Тут же выйти можно, да? Никому не передашь. Но по факту там был такой контроль, что можно было кому-то по ней пройти. Ну, я приехал на этот первый матч Россия-Бельгия и, собственно, ушел с первого тайма. Потому что, ну, понятно почему, да? И вуаля, мы с вами оказались на Стремянной улице опять. То есть вот так вот, вот хитрыми путями можно гулять по городу Петербурга. Мы с вами приближаемся к Владимирскому проспекту, который вытекает из Литейного и перетекает в Загородный. Вот это проходной двор, вот так вот он буквой Г, но мы здесь ходили уже. Мы сейчас попробуем зайти в другой двор, там дверь то открыта, то закрыта. Он прекрасен тем, что он напоминает мне небольшой такой кусочек города Парижа, ну, например, да, поскольку я там частенько бываю в этом прекрасном городе. Вот, давай сюда зайдем. Видите, как все увито плющом? Здесь сохранились вот эти двухэтажные корпуса, довольно большая редкость. Но если, опять-таки, вы присмотритесь, вы поймете, почему они так вот выглядит. Да потому что вот, видите, тоже это бывшие подсобные помещения. Причем они сделаны вот именно по нормальной конфигурации. На первом этаже располагались сами эти конюшные сараи, на втором этаже располагались квартиры, ну, как мы сейчас сказали, водителей. Я извозчик, я не извозчик, я водитель кобылы. И вот этот Владимирский проспект, он, и, получается, у нас такой угол Владимирского, Невского и Литейного проспекта, к которому мы сейчас направляемся. Вот здесь есть у нас моя традиционная любимая антисанная решетка. Вот там закуток счастья. И здесь уникальный элемент бранмауэр без единого окна. Обычно они прорезаются чем-нибудь. Вот, видите, какое, опять-таки, красивое. Ну, это даже не столько антисанная решетка, сколько, как бы, вот, охраняют. Там магазин просто продуктовый находится, и здесь кондишн. Вот, видите, стена без единого окна. Это большая редкость. Обычно тут что-нибудь присутствует, там, раз, два, три, четыре. Домик немножечко плывет, но совсем чуть-чуть еще. Да, и этот угол Владимирского, Невского и, соответственно, Литейного, он знаменит многими вещами. Значит, с одной стороны, мы сейчас увидим, там раньше была типография траншеля, где работал главным редактором некто Федор Михайлович Достоевский в газете «Гражданин». А газету «Гражданин» выпускал князь Мещерский, который был вообще зашкварный персонаж. Мало того, что он был абсолютный консерватор, так еще и ей на ту беду. Но Федору Михайловичу, во-первых, нужны были деньги, во-вторых, он хотел эту, естественно, газету немножко под себя подмять, переделать. У него это не получилось, сразу могу сказать, забегая вперед. И вот здесь обычно все идут, и я вот сюда подвожу, как правило, группу и говорю, ну, обернитесь вокруг, найдите мне какой-нибудь элемент
из блокады Ленинграда. Вон он, видите, причем там даже люди стоят, потому что на эти башни можно забираться, на некоторые. Это башня МПВО, с которой девчонки прекрасные, молодые, смотрели в ночное петербургское, господи, петербургское, ленинградское на тот момент небо. И это нас преследует везде и повсюду. Мы вот здесь вот переходим дорогу. Мы в прошлый раз, когда гуляли местами Достоевского, мы переходили туда и шли, соответственно, на улицу Рубинштейна, на самую пьянящую улицу. А сейчас мы с вами будем нырять во дворы Невского проспекта. Так называется наша главная экскурсия. Так вот, здесь вот располагалось, ну, вот в том доме. Здесь вот этот дом номер 3, это архитектор Александр Христофорович Пель. Его же один из домов мы можем видеть на Невском проспекте, и, возможно, я вам его покажу. А дальше это прекрасный архитектор Хренов, чьи дома мы сегодня тоже увидим. Тут с той стороны располагался знаменитый ресторан «Палкин», он до сих пор существует, его реанимировали недавно. Вот. Да и вот с этой стороны, именно со стороны Владимирского проспекта, была эта самая типография траншеля. Достоевский тогда был ренегатом в глазах большинства, потому что он написал вот этот роман «Бесы», который вот Варвара Тимофеева, корректорша, оставившая воспоминания «Один год» с писателем, описывала как кошмар мистических экстазов, или как это там было названо, и психопатии, да? То есть вот так вот они относились, они воспринимали это как злостную карикатуру на честных добрых революционеров. Ну, в общем-то, дальнейший ход событий показал, что Федор Михайлович был абсолютно прав. А вот здесь сейчас у нас располагается гостиница. Раньше этот угол назывался «Вшивый угол», потому что здесь была биржа труда, где буквально овшивались, да, те, кто пытался найти себе работу. Здесь сновали цирюльники, которые стригли их. Ну и вместе с волосами, как вы понимаете, на землю падала прекрасное, всякое разное. А потом здесь располагалось кафе, вот прямо здесь, да, которое не имело никакого названия, за исключением неофициального. Оно называлось «Сайгон». Да. Вот здесь собиралась вся вот эта маргинальная, диссидентская, как я не знаю сейчас ее, антисоветская тусовка. Мне это все не очень близко, потому что вся эта культура была завязана на алкоголе. Вообще, в принципе, сейчас сложно вспомнить, что в Советском Союзе, ну, например, заварной кофе – это был фетиш. Сейчас это общее место, вы пошли, вот тут миллион кофеен. А тогда вы обычно заходите, там стоит вот такой жбан огромный, из которого льется какая-то жижа уже там с молоком, со всеми делами. Бабушка вам наливает. Ну и поэтому заварной кофе, действительно, это был фетиш. Особые стесствующие люди могли его употреблять с коньяком, но это был уже прямо запредельный момент. Мы вот прошли, я не показал вам на самом деле, что-то заговорился. Здесь на этом доме висит мемориальная доска, которая гласит о том, вот она там беленькая, что здесь жил Можайский. Ну, написано «Создатель первого в мире самолета». Это заявление довольно смелое, потому что мы до сих пор не знаем, вообще летал ли этот самолет. Советский фильм есть про Можайского, там этот самолет летал, естественно. Но если посмотреть уже на профессионалов индустрии, послушать их, то мы выясним, что, конечно, соотношение вообще технические характеристики, они не соответствовали даже намеку на то, чтобы вот такую огромную махину можно было поднять в небо. Но это еще с Советского Союза пошло. Россия – родина слонов, как вы знаете, поэтому паровоз изобрели Черепанова и ясен-красен, да, радио Попов, самолет Можайский. Даже про радио, которое, казалось бы, ну, в моем понятии, действительно Попов изобрел, и то там до сих пор копия ломаются. А что уж говорить про более такие серьезные вещи. Вот здесь стоит висит такая мемориальная доска, которая гласит, что это дом Юсуповой.
Да, ну тут дальше простыня всего-всего-всего-всего. Но для нас интересно, во-первых. Ну, здесь жил вот Балакиров, он глава балакирского кружка в Обучей Кучке. Дальше тут в 81-м году выставлялись художники-передвижники. И о чем здесь, да, вот сказано, что здесь с 69 по 80-е располагался английский клуб. Мы с вами ныряем вот сюда. Действительно, это один из дворцов, принадлежащий семье Юсуповых. Их у них было чуть больше, чем дофига. Вот, кстати, видите, бранмауры, здесь уже окна присутствуют. Поэтому я говорю, что увидеть чистую стену без окон в Петербурге довольно непросто. В этом английском клубе поигрывал в картишке наш великий поэт Некрасов. Вы должны понимать, что английский клуб – это мега привилегированное вообще заведение. То есть, во-первых, там было ограниченное количество людей. Там даже один раз Пушкина заблокировали. Да? То есть, там были жесткие правила, нужны были взносы ежегодные. Должна у тебя быть, естественно, определенная характеристика. И самое главное, ты должен вовремя выплачивать карточные долги, потому что там очень активно этим делом занимались. И, в принципе, мнение английского клуба – это был такой, ну, вот как бы фокус-группу, да, сейчас могут проводить при исследовании того или иного явления или когда товар запускают на рынок. Вот Николай I очень часто, например, про Москву интересовался, а что говорят, он говорил на Тверской в английском клубе, потому что тогда московский английский клуб располагался именно на Тверской. Вот изнанка этого дворца, обратите внимание, какие окна. Это происходит потому, что там сейчас находится поликлиника для творческих работников, их персональная. Здесь у нас очередной курдонер. При этом он, в отличие от нормального курдонера, он не выходит на улицу, он просто внутренний, да? Довольно зеленое все вокруг, кругом. Тут, конечно же, все тоже оккупировано всевозможными барбершопами. Я тут, когда первый ракет ставил, розовенький, это был, конечно, огонь. Мы позвонили сначала, я решил поставить его, это мне Сашина жена ставила, моего прекрасного друга, риэлтора, которого я настоятельно вам рекомендую, если вам нужна любая сделка с недвижимостью, только Саша, only Саша, nobody else, только Саша, телефон оставлю там. Он уже и мне-то помог неоднократно, и даже моим всяким зрителям. Кисенька моя, заинька, а почему ты убегаешь от меня? Наверное, потому что я кусок говна золотого. Вот, значит, здесь мы можем сами увидеть интересный момент, который я всегда показываю на всех экскурсиях. Он не меняется. Прекрасные антимоскитные сетки из тюля. Вот там вот на втором этаже мои любимые. Ну и вы не поверите, но здесь до сих пор существуют коммунальные квартиры. Ты сказал, что в этом городе иракезы почти никто не живет. Да, иракезы. Так вот, мы пришли, вот пошли сюда, мы, значит, как сицирюльник. Позвонили, что типа поставите, да, поставлю. Я прихожу, там, значит, все мастера из Южной губернии, ничего против них не имею, но было удивительно это наблюдать, значит, какой-то узбек. Я ему показываю прям картинку с видео, говорю, вот так можете? Он говорит, да, могу. Все, выбрал просто мне виски. Говорю, все готово. Я говорю, извините, сударь, а это... Он говорит, а это я не умею, не умею. Я говорю, а куда? А вот женский зал. Прихожу в женский зал. Он говорит, скажи, укладка. Я говорю, укладка. Я не умею. Ёк-макалёк. Ну ладно, встал, но это благо на пешеходной улице было. Какой, видите, красивая клумба. Вы не представляете, как она выглядит весной. Здесь еще вот эти все тарантайки очень любят сюда заезжать колесом каким-нибудь, да, ну, потому что пошли сюда. Ну, хорошо, окей. Звоню в какой-то другой салон и говорю, вы ракет ставите? Он говорит, да, можем поставить. Вот здесь сохранилась, точнее, она не сохранилась, а специально здесь накидали. Так выглядело, всегда показываю, мостовое прошлое, ортопедическое, да, против плоскостопия.
И вот прикиньте, да, если лошадь по ней едет, да, какой звук она издает и как вообще, какая вообще комфортная езда. В общем, прохожу в другой салон, прямо показывает администраторша, я говорю, вот. Он говорит, ну, у нас сейчас вот стилист подойдет. Я говорю, о, стилист, ну, уже намек, что все будет хорошо. Все, пошел, что-то купил воды, прихожу, подхожу к этому стилисту, она говорит, ой, нет, я такое не делаю. Я говорю, так я же только что сказал, мне сказали, что делать. Нет. Ну, в итоге, короче, я пошел в какую-то простую парикмахерскую за 700 рублей, тетка что-то там наваяла. Ну, вот так вот. Я охренел, сколько людей стрижется. Я-то стригусь раз в год, да? Просто нигде мест свободы. Все стригутся. Все следят за своими прекрасными этими волосами. Здесь у нас очередное творение прекрасного архитектора Хренова. Мы не пойдем на Невский проспект, там шумно, грязно и неуютно. Я вам хочу просто вот здесь показать очередное прекрасное чудо. Ну, здесь вот есть такой достаточно обширный закуток счастья, то есть вот там Невский, да? То есть, соответственно, люди живут вот на этих балконах. Я, кстати, вот вы знаете, я бы не хотел здесь жить бы, вот честно. Вот не хотел бы я жить в квартире, которая в шагах от Невского, потому что так себе еще удовольствие, вот. Ну и вот здесь вот есть прекрасный проход. Показывающий нам, тут можно пройти в эту арку, на самом деле, можно пройти сюда. Вот она, классика жанра. Окна в окна. То есть там кипит жизнь, а здесь кипит жесть. Ну и вот вам ярчайший пример, да, я вам говорил, что редко вы встретите Бранмауэр без окон, вот он, от перфекциониста, противопожарная стена, но все равно с какими-то там окнами. Здесь вот это место характерно вот такими вот штучками. Скажу честно, не знаю, для чего это было сделано, может для того, чтобы здесь тоже что-нибудь велось, какой-нибудь плющ, но, увы и ах. А вот тут уже, видите, камешки-то лежат так, как после наводнения. Ну и, собственно, вот вы когда думаете про то, что булыжник – оружие пролетариата, где они эти булыжники-то брали? Да вот, соответственно, это как вот в Иваново-Вознесенске, в городе Иваново, там на Красной Талке, ну, нынешняя она Красная, они же сначала собрались в другом месте, и когда они туда пошли, площадь немножечко опустела, потому что каждый взял себе по булыжничку. Здесь у нас вот такая вот, например, шахта, огромная, высокая, воздушная шахта из бомбоубежища идет. Вот это изнанка того дома, да, то есть мы могли сквозь арку пройти, выйти здесь, но я придумал такой путь. Вот если вам надо уединение, вот вы идете по Невскому, устали, запарились, вам хочется тишины, покоя и отдохновения, вот вам, пожалуйста. Вот это вот тот самый дом. Ну, у меня в путеводителе он известен тем, что там жил Булгарин, Фадей Булгарин, в одном из флигелей. В компании вот этой самой прекрасной, которая всех прокинула, всех, кого только можно. Когда работал еще СММщиком в агентстве, мы туда приезжали. И они спрашивали, что мы можем, я говорю, и когда они мне описывали ситуацию, это вообще на самом деле, я помню, я читал какой-то мастер-класс для клиентов, и одна тетенька, бизнес-завтрак был, как сейчас помню, одна тетенька встала и сказала, Павел, вот что вы нам посоветуете, у нас вот такой есть проблемный объект, не знаем, как бороться с негативным фоном, я говорю, а что у вас случилось, ну вот он стоит уже, по-моему, 3 или 4 года, я говорю, так, а вы не пробовали
начать его строить. Ну, то есть, я не понимаю, то есть люди иногда рассматривают специалистов в области рекламы каких-то волшебников. Типа, вот у меня сейчас есть волшебная палочка, я приду там, помахаю в интернете. Сейчас еще, знаете, это еще как-то уже слабо сошло, но я помню этих прекрасных клиентов, которые спрашивали, а можете в Яндексе удалить вот этот вот сайт? И, нет, знаете, ну, можно добиться, чтобы он ушел. Не, ну вот удалить вы можете просто... И вот ты тут понимаешь, как бы, что очень тяжело. И таких большинство до сих пор. То есть люди до сих пор не понимают вообще, как работает интернет. Особенно вот те, кто исповедует определенные политические взгляды и уверены, что их надо исповедовать именно в интернете. А интернет заточен на то, чтобы ты постоянно что-то делал. Потому что так зарабатываются деньги. Но об этом мы поговорим как-нибудь в другой момент, потому что сейчас мы с вами выходим на улицу Маяковского, которая когда-то называлась Шестилавочной, а потом Надеждинской. И здесь бы я хотел вам показать пару зданий. Одно у нас будет с левой стороны. Оно, к счастью, оно было перестроено, но изначально оно было построено по проекту не кого-нибудь, а Александра Брилова, старшего брата Карла Брилова. Он автор многих зданий в Петербурге, самый известный. Одно из самых известных находится на Дворцовой площади между главным штабом и Зимним дворцом. Вот это вот больница. Дело в том, что изначально эта больница принадлежала ведомству вдовствующей императрицы. Ну, сначала она была просто императрицей, потом стала вдовствующей, Марии Федоровны. Или не Марии Федоровны, как звали жену Павла Первого. Мария Федоровна, побочка бывает у меня в голове, вот от большого количества контента у тебя самые элементарные вещи выпадают. Дело в том, что это был третий летний сад, принадлежавший императорской фамилии. Он простирался аж до Лиговского канала. И когда потребовалось место под больницу, собственно, выделили этот участок. И здесь... Это здание, оно изначально было вообще аж на два этажа ниже. Оно потом было перестроено. Это одна из первых таких самых прогрессивных больниц, где Брилов исповедовал принцип от функции наружу. Да? То есть не сначала ты строишь красивый фасад, а потом там придумаешь, что внутри. Нет, наоборот. Просторные достаточно помещения. Ну и поскольку сад, соответственно, тут все вентилировалось. Он же на самом деле пробил... эту улицу до конца, и он хотел, на самом деле, пробить вот здесь вот еще одну улицу, вот в ту сторону. Но этот проект уже не получился. А вот этот Снегирёвский дом, святой родильный дом Снегирёвский, святой адрес для каждого законопослушного россиянина, потому что здесь надо падать на колени и молиться. Здесь в свое время родился, поздним был ребенок в семье, но родился... Вова Путин. Именно здесь, да. Возможно, когда-нибудь тут будет висеть мемориальная доска. Извините, я не упал на колени. Обычно мы, конечно, всей группы падаем, молимся. Но сегодня я решил обойтись без этого обязательного атрибута нашей экскурсии. Но нам эта Снегирёвка интересна еще одним моментом, потому что есть у нас в Петербурге знаменитый такой объект, как башня Грифонов, да, Пеля. Ну, в данном случае мы говорим про брата Александра Мустафовича Пеля, брата архитектора, он был аптекарь. Его аптека до сих пор функционирует рядом с Андреевским рынком на Васильевском острове. Ну и, собственно, как любая аптека того времени, да, тем более занимавшаяся производством медикаментов. Давай быстренько перебежим. Там была труба. Вот эту трубу наделили, естественно, всякими эзотерическими и прочими свойствами. Пель там приглашал поприсутствовать грифонов, которые туда слетались, и тогда и т.д. и т.п. Я каждый раз говорю, что ну вот, а что еще какую-нибудь башню не придумать? Да, вот, например, когда родился Вова Путин, допустим, из той трубы, которую я сейчас покажу, повалил черный дым. Он как бы
предрекал определенный этап в жизни России, который сопряжен и с огнем, и с дымом. Потому что нет дыма без огня, как вы знаете. Грифонов не было, да. Грифонов не завезли в КГБ на тот момент. Вот, а вообще-то котельная, на самом деле. Котельная этой самой Снегиревки. Ну как, в 19 веке она не была Снегиревкой, просто родильным домом. Вот, видите, какая дивная труба. Опять-таки, два шага от Невского проспекта. И мы здесь имеем абсолютно промышленный объект. Понятно, что она сейчас не функционирует. Было бы интересно, прикиньте бы, да, идешь так по улице Маяковской, вдруг дым откуда-то валит. Нет, она сохраненная. Но... Это явно грифоны написали. Они прилетели и написали. Да. Вот меня все время поражает вот этот вот диванный протест людей. Ну, я как бы немножечко изучал историю революционного движения, и я представляю масштаб тех личностей и масштаб нынешних личностей. И это, конечно, просто печаль. Печаль, конечно, да. Никто не ходит шатать ОМОН нынче, кроме Навального и его фанатов. Но об этом у меня был отдельный выпуск. Тут, видите, даже кто-то спал. Вот. Это изнанка этого Снегиревского дома. Здесь уже не надо было ни о чем париться. Да, опять-таки, видите, вот... Ну, мы скоро окажемся опять на Невском проспекте. Жалко, нельзя сразу перенестись, чтобы вы почувствовали контраст. Крапива растет. Крапивное семя, так называли раньше стряпчих, ну, предтечу адвокатов. Вот, почему бы не наделить вот эту трубу какой-нибудь мистической силой, да? Было бы так прикольно. Ну и еще здесь есть один уникальнейший объект. Я не знаю, по какой, опять-таки, причине местные коммунальные службы до сих пор не добрались до этого, но у меня есть традиция водить, соответственно, экскурсии «Убить царя». Это такая у меня экскурсия, открывающая, как бы закрывающая сезон, хотя сейчас уже понятие «сезон» достаточно такое растянутое. Поскольку там у нас еще Павловский женский институт располагается, ну, бывший, имеется в виду, да, здесь вот это все пространство, оно было подчинено всей этой благотворительной истории, потому что предполагалось, что... Ну, я еще раз говорю, предполагалось здесь пробить вообще улицу. Вот Брилов хотел это сделать. Да. Здесь есть у нас трансформаторная будка, где мы всегда делаем даже не финальное фото, потому что здесь у меня этот тур не заканчивается, мы идем дальше. Я бы подумал, что это специально для нас, но мне кажется, что нет. Да, вот недавно у меня было интервью с Наташей Васильевой Хал, которая фотографировала Цоя неоднократно. Она мне написала здесь недавно в WhatsApp, что это было лучшее интервью в ее жизни, когда интервьюер не давил на нее, не пытался. А вот какой был Виктор Цой? Расскажите, пожалуйста. А, в общем-то, давал сказать то, что она сама хотела. Ну, есть мнение, что Виктор Робертович, возможно, занялся бы тем, как, что носит название его группы. Собственно, кино, не исключен такой вариант, у него были определенные к этому интересы. Но вот это вот действительно уникальная фреска, которая не замазана. И вот этих чуваков недавно мы видели аж, прости господи, во Владикавказе. Они там расписали, я тут подставлю фотографию, они расписали, ну там пробивали как бы проход в горах. И сейчас, ну, технологии такие, что можно такими длинными пилами распиливать, и остаются такие ровные абсолютно стенки в виде камней. Так что my who is good, респект, парни, это очень круто. Там они Киру Найтли нарисовали с луком и стрелами.
Но опять-таки, видите, такое достаточно тихонькое место, довольно нехарактерное для отличная борьба концепций, смотрите. Аборт – это убийство. Тупость – вот настоящее убийство. Я в корне не согласен. Тупость – это не убийство. Тупость – это как раз залог жизни. Тупые люди, во-первых, они счастливы всегда практически. У меня был потрясающий эпизод. Мы еще когда я учился на курсах гидов-переводчиков, и это был уже взрослый лоб, мне было 35 лет, а со мной была такая девочка Анечка Галактионова, которая оканчивала как раз на тот момент философский факультет СПбГУ. И наша преподша Катенька рассказывала нам историю про другую девочку, которая пришла на экзамен, и она все время говорила «Jesus Christ». Ну, ее поправляют раз, что «Jesus не Christ, а Christ». Ну, потом еще раз, что он вообще не Christ, а Christ. Ну и потом стали выяснять вообще, ну, стали задавать какие-то наводящие вопросы. Выяснилось, что девочка не знает ни кто такой Jesus, ни почему он, в принципе, cries. Ну, не в данный момент, а cried, может быть, да? Вот. И Анечка так вот закричала на всю аудиторию: «Боже, какая тупая, как я ей завидую». И в этом есть доля правды, действительно, иногда... Ну, тут, конечно, можно сказать: «А то есть ты перец такой вознесся над всеми, типа, вот все тупые, а ты...» Да, блядь. Шутка. Смотри, как я люблю троллить людей, и как я не люблю, когда люди не в состоянии ответить, ну, так же адекватно, интересно. То есть, мне кажется, в этом весь кайф, в этом кайф жизни. Впрочем, я об этом уже говорил. Да, поэтому тупость – это не убийство, тупость – это залог всего. Тупость – это залог торговли, тупость – это залог рекламы. Тупость – это залог рекламы, да, то есть всего на белом свете. Поэтому, не знаю, нужны ли нам всем мозги, в принципе. Очередной маячок, видите, дом плыл, но он недавний, аж 2021 года. Причем аж 15.04, вообще свежак. То есть сейчас у нас... Середина июня, 2 месяца этому кирпичу. Тихо, спокойно, мухи не кусают. Ничто не предвещает того, что буквально в 2 шагах от этого места находится одна из главных улиц нашей страны – Невский проспект. Который, кстати, и конкретно в этом месте, в 19 веке, во второй половине особенно, в начале 20 века, ну, был такой территорией, знаете, соу-соу, потому что ряд в 2 шагах вокзал, и приличным девушкам здесь, в принципе, не рекомендовалось появляться. А после 9 вечера так и вообще, потому что все барышни, которые здесь ходили, это были те самые дамы, коим принято было подходить с определенными вопросами. Ну и, в общем-то, весь город знал, что если тебе прям надо, вот тебе приспичило, да, ну иди сюда, на Невский проспект, именно вот в часть от Владимирского до Площади Восстания. Потом, если вы смотрели мои выпуски, это все переместилось на Староневский, да. Вот еще один вот этот элемент, редкий, сохранившийся, связь так называемая, да, которая вот здесь, вот там она, которая поддерживает этот дом огромный, чтобы он не рассыпался. Средневековый, вообще-то, в принципе, технологический элемент, но вот здесь вот он присутствует в таком виде. И вуаля, мы с вами выходим на Невский. Вот буквально в прошлой своей экскурсии, где я ходил с розовым ирокезом, я рассказывал про Павла Юрьевича Сизора. Вот улица Пушкинская – это практически его улица. То есть здесь огромное количество домов, построенных по его проекту. Ну, начиная вот с этих, которые фланкируют эту улицу, и заканчивая там еще несколькими вот там. Вот здесь уже у нас площадь Восстания,
Большеснаменская, но мы ныряем с вами все равно вот сюда. На самом деле, я вас схожу маршрутом, который я обычно, по которому я вожу свои группы, но здесь можно еще более хитрее гулять туда-сюда, обратно. Смотрите, медитирует. Смотрит на жесть. Кися, спасибо. Ты красивая? Нет. Боится. Вот, сейчас мы с вами будем возвращаться туда, сейчас мы девушку пропустим вперед, а то они так оглядываются на нас. Здесь есть, вот видите, 24 часа спа-салон. Если вам вдруг в 4 часа утра захотелось спа, вы знаете, куда пойти. Очередная боль перевозчиков. Ну и, в общем-то, как писал Анатолий Федорович Кони, еще даже в 40-х годах 19 века, до появления вокзала, сюда на Знаменскую площадь волки забегали. То есть, вы представляете, да? У Кони есть прекрасное воспоминание, на самом деле, он там и про шестилавочную пишет. Вот я оттуда брал как раз пассаж про Фадея Булгарина. Он описывал, как он сидит и наблюдает за окружающим миром со своего собственного балкона. Естественно, ситуация начала быстро меняться, когда был построен вокзал. Прикол заключается в том, что понимали, что напротив вокзала нужна гостиница. Вот сейчас представьте себе, ну, допустим, Владимир Владимирович Путин выдает бесплатно вам в центре столицы место, дает несколько лет и даже дает ссуду для того, чтобы построить там гостиницу. А вы не строите. Это звучит фантастически, но именно так и произошло с гостиницей. Большая Северная, нынешняя Октябрьская, там действительно один купец подрядился построить эту гостиницу и не построил. Ну, я не знаю, может, он не верил в ее перспективы, но что за купец после этого, если ты элементарных вещей не понимаешь. Вот здесь у нас есть прекрасный момент. Ну, во-первых, вот видите, вот этот закуток. И кто-то вот пристроил себе небольшое личное пространство. То есть тут даже дверь есть своя собственная. То есть все это было причем как-то обосновано, согласовано. И наша любимая междумовая щель, мечта всех закладчиков. Мы с вами возвращаемся, на самом деле, вот на это место, где мы уже были. Эта улица называется Восстание, бывшая Знаменская, понятно почему. Там в глубине у нас памятник Анне Андреевне Ахматовой, но мы, в принципе, будем сейчас здесь уже финишировать. У меня тут был эпизод один раз. Мы гуляли, на самом деле, долго по этим дворам, потому что, когда группой ходишь, ты ходишь дольше. И, ну, мы дошли сюда, что-то там сфоткались. Я говорю, так просто прикололся. Что, еще? И все такие, да. Мне пришлось вести, короче, их дальше, и мы закончили там вообще за БКЗ Октябрьским. Значит, я сейчас хочу сказать, во-первых, что действительно есть путеводитель по Невскому. Вот пока вам будут показывать вот это замечательное здание, я сейчас его достану и продемонстрирую. И там реально про каждый дом, вот вплоть до бывшей этой Знаменской улицы, до прямо где мы сейчас гуляли, его можно брать, ходить и смотреть.
Ну, то есть, например, вот видите, дом 108. Вот это, кстати, скоро будет выпуск, да? Как вот этот прекрасный человек потом исчез вдруг с этой фотографии. Есть его фотография, где он выглядит как самый настоящий хипстер. Его расстреляли, как американского шпиона. Представляете, Ленин фотографировался с будущим американским шпионом. Но об этом мы сделаем отдельный выпуск. Ну и вот здесь дальше, собственно, про все на белом свете. Тут вот мы в 102-й дом гуляли, а 104-й связан с именем Бехтерева, потому что здесь был его институт, вот это новый сатирикон и все, что с этим связано, ну и так далее, и так далее. Вплоть до того самого дома, где у нас, вот видите, сиживал Фадей Булгарин. Его можно купить как после экскурсии, так и у меня на сайте. Также есть прекрасный во всех отношениях остросоциальный роман «Корень», который вы можете приобрести. И книжка, тоже посвященная промывке мозгов. Если вас интересуют вообще медийные войны и, ну, и вообще как работает медиа, то вам будет крайне интересно. Это про то, как Япония во время русско-японской войны устроила пиар-компанию. И довольно успешную, потому что ей удалось очень быстро переломить общественное мнение в Англии и США. Это были две стратегические страны. Это тоже есть там на сайте. Ну, а экскурсии у нас идут в Петербурге всегда по выходным. Еще одна, как правило, дополнительно в середине недели, в среду или четверг. Смотрите на сайте, там есть расписание. Билеты продаются только там, больше нигде. Желательно покупать их заранее. С вами был гид Павел Перец. Ждите новых проходов и новых иракезов.